Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы снова вернемся в игру под названием Sinister Turmoil, но это не просто так, я не просто вернулся в ту же игру, в которой мы с тобой играли, у нас добавился новый аниматроник сюда, а это Sinister Balloon Boy. Сегодня я тебе его покажу, в одной из следующих серий мы доберемся до концовки с ним, здесь добавилась новая концовка, здесь добавились новые приколюхи, мне дебил, главный герой, не очень умный, но зато мы теперь поняли, что он поднимался по этой лестнице, и лестница сломалась, потому что жирный очень. Что это такое? Я могу кидать штуки с разной силой. Йоу, я теперь могу реально привлекать. Емс. Теперь могу реально привлекать аниматроников, и все поменялось. Слушай, ну это плохо. Все поменялось, теперь мир другой. Подожди. Это что такое? Не понял. Я туда не могу забраться. У меня, во-первых, воздух теряется, когда я сюда вылажу. Что? Подожди. Надо воздух до конца восстановить. В одной из таких дырок мы с тобой сегодня найдем нового аниматроника. Наша задача на сегодня — найти нового аниматроника. Слушай, я тут врезался во что-то. Я типа не могу пройти, да? Я не могу пройти с этой штукой или вообще? Я вообще не могу пройти. То есть сюда я не могу пробраться. Окей. Добавилась номинально еще одна новая концовка. Главный герой может задохнуться, но мы не будем считать это за концовку, хорошо? Мы не будем считать за концовку, потому что задохнуться — это не концовка. Задохнуться — это не очень приятно. Вот, поэтому. Здесь добавили нового аниматроника Balloon Boy. Ты любишь Balloon Boy? Если ты любишь Balloon Boy, то Balloon Boy специально для тебя вернулся. И нам его нужно будет сегодня посмотреть. Я не буду даже пытаться сегодня пройти конкретно игру, потому что я знаю точно, что я это не смогу. Но что я смогу, это найти, наверное, его дыру. По-моему, здесь. Могу найти дыру. Ну да, могу. Что это? О! Ха! Хорош. Вот. Она может залезть по этой вентиляции? Стоп, у меня правильные наушники вообще? Да, вроде правильные. Я просто думал, может, она там. Ебать, вот это напряженка, алло! Манго, ты оттуда уйдешь? Нет вообще когда-нибудь? Ладно. Или это ты? Да, это он! А я думал, это Манго. Короче, у нас здесь Balloon Boy есть. Balloon Boy с шариками. Balloon Boy с большим количеством штук. И Balloon Boy сидит там под небесами. Вон он под крышей сидит. Он здесь, видимо, спал раньше. Вот тут он, видимо, раньше спал. Ебо, какой ты... Нет, окей, это точно мангал. Это точно мангал, и она за стеной. Ну ладно, меня не парит, в принципе. Наша задача вот что сделать. По нему можно кинуть. Это я знаю точно. Не сработало. Хорошо. Еще раз. До конца. Я сломал игру. Я опять сломал игру. Как это происходит? Я только начинаю играть, и она сразу ломается. И вот с этим Balloon Boy'ем есть новая концовка. Если туда забраться, тогда что-то будет новое. Я не знаю наверняка, что именно. Но я знаю, что будет концовка, как-то связанная с Balloon Boy'ем. Это мне вы, собственно, сказали. Но! Эй! У меня плохое предчувствие. Эй! Здорово! А! Блять! Дурачок или куда-то? Так и бомба, пошла вон! Где-то... Она трап! Ебала стену! Вот это ты что даешь, Мангол? Сядь! Туда. Нет, это не работает. Нет. Мы слишком близки. Манго, мы слишком близки. Нам надо разойтись подальше друг от друга. Мы слишком близки, Манго. Мне это не нравится. Поему! Подумай о детях, которых нет.
Мы нашли баллон боя в этой серии. Это уже прогресс, правильно? Это уже про что? Правильно, грес. Нам нужно понять, кстати говоря, запомнить путь потом, как до баллон боя добираться. Но что по сути, после того, насколько я понял, как вот эту воду ты собираешь, ты можешь пойти наверх, а можешь пойти не наверх. Кто здесь ест, кстати, так много этих тинкенов? Кто здесь ест столько много штук, которые в банках? Что эти банки везде валяются, а? На, получай тупой баломбой. Наверное, Мангоу, кстати говоря, придет к этому звуку. Мне кажется. У меня есть такое чувство. Блин, ну вообще это неудобно. Теперь из-за того, что есть эти баночки, баночки можно терять, путать баночки с другими вещами. И это плохо. Потому что раньше я просто бегал и смотрел, и видел такой, ой, ебать, какая-то точка. Подходил к точке и брал точку. А теперь оно так не работа. Что? Правильно. Бля. Ед. О. Слышь, тут прям много этих дыр. Пошли по дырам повазим. Тут прям много этих дыр, я не знаю, есть ли в этих дырах что-нибудь еще. Я думаю, что потом автор добавит в какие-нибудь дыры какие-нибудь новые штуки. В этих дырах мы можем прятаться от Мангоу, я думаю. Но Мангоу как-то не тупой. Мангоу тебе не... Гоу, сокол. Он умный. Умный Мангоу. Понятно. Я бегу к ней! Ну да, я бегу к ней, понятно. Не бери меня, Мангоу! Не бери меня, бери! Обнимемся, по крайней мере. Мы так давно не виделись с Мангоу. Он рад, он счастлив. Точнее, оно счастливо тому, что мы с ним наконец-то увиделись. Мангоу просто нас с тобой любит. Ты любишь Мангоу? Напиши прямо сейчас в комментариях, ты любишь Мангоу или нет. Скажи, что ты любишь его, потому что иначе Мангоу на меня опять будет нападать. А, вот кого я точно не люблю, это Баломбоя. Хотя, на самом деле, не прям так уж не люблю. Добрый вечер. Давай я в дыру закинем. Лови Мангоу в дыру. Сейчас Мангоу будет власть, я в дыру кину. Давай, Мангоу, давай. Ты хочешь этого, тупой Мангоу. Давай. Сейчас вылезешь, и я тебе в дыру закину прям вот эту вот палку. На! Мне пиздец! Что? Я закинул в Мангоу какую-то юдовину и после этого сбежал от нее. Высший пилотаж. Высший пилотаж. Просто умочка. Вот это я гений. Напиши в комментариях, Андрюха, ты просто молодец, ты просто тостер. Так, мы вернулись обратно. Слушай, я начинаю уже, кстати говоря, запоминать местность здесь. Я уже начинаю потихонечку в местности разбираться. Эту штуку я не беру, потому что она бесцветная, она мне не интересна. Мне нужно брать вещи, которые мне интересны, а это не они. Ладно, мне показалось, что здесь добавили новые проходы, переходы, повороты, развороты, завороты, подвороты. Это как бы все добавили, но меня это как бы не шпарит вообще ни капельки, не чекрыжит никак. Потому что зачем? Зачем мне из-за такого всякого фигни чекрыжиться? Ну, типа, серьезно. Это ж какая-то... О! Это ж какая-то шняга. Вот теперь подобрали нормально. Так, мне нужно зеленое. О, нет, зеленое же... Не, нормально, кстати. Если зеленая здесь, тогда синяя должна быть там. Фэк. Это зашкварно. Потому что если синяя где-то здесь, тогда синюю-то мне надо найти и потом туда отнести. И это, блин, просто жопа. О. Ну окей, это не жопа. Все оказалось проще, чем я думал. Все оказалось намного сложнее, чем я думал. Так, а где вообще... Пошел... Нет! Да, согласен. Так, где вообще вот это вот самое, которое мне надо использовать? Туда мне и не надо. Вот оно. Пошли по нему. Может быть, сегодня и пройдем игру. Может быть, я знаю, где зеленый. Я забыл, где зеленый. Ладно, неважно. Память, она как бы да. Это да. Так, стоп, сюда мне не надо. Okay. Time to find something to activate the pumps. Добавили анимейшн. Анимейшн. Ой. Я сломал анимацию. Ну, я молодец. Я всегда ломаю анимацию. Я молодец. Здорово. Бжж, делай. Понятно? Бог. Красава. Все нормально.
Так, мне надо просто прямо пройти, я найду зеленый. Возможно, я сейчас, кстати, игру и пройду. Возможно, я реально сейчас ее и пройду, потому что я знаю, где зеленый. Я знаю, где зеленый. Зеленый-то должен быть тут-то где-то. Где-то тут-то. Где-то вот тут. Вот он, зеленый. Берем зеленый, все! Слышь? Если я сейчас не потеряюсь с балумбоем. Какого хера ты сюда приехал, дятел? Почему он здесь появился? Почему? Так, где зеленый? Алло, алло, где зеленый-то? Ёпта, куда я пришел? Не, мне сюда и надо. Мне нужен зеленый. Зеленый. Зе, правильно, леный. Где он? Я вообще не вижу зеленого. Алло, алло, ёпта. Ты что меня пугаешь, дурачок? А, туда мне не надо, кстати говоря. Да, сюда, наверное, мне не надо. А, я знаю, что балумбой за вот такими вот кочерыжками где-то. Ну, не за этими кочерыжками. В одной из комнат, короче. А, нет, сюда мне тоже не надо. Я потерялся! Я потерялся! Я только появился, я сразу потерялся. Бля, просто история по жизни. История по жизни. Только появился и сразу потерялся в пути жизни. Так, слушай, мне нужно найти себе где-нибудь... эту дыру, где балумбой. Нет, 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 нет. Это рано. Это рано. Это победа, но это рано. Хотя, ладно. Давай доверимся удаче. Давай доверимся удаче. Дача на дачу, пиздячу на дачу, на даче найду балумбоя. Отлично. Сейчас, короче, мы с тобой должны просто отсюда вырваться быстренько и пойти искать балумбоя. Если мы его найдем, то такова судьба. Если не найдем, то такова судьбля. Вот, поэтому не удивляйся. Ничему этому не... I need to get out of here before не надейся. Не надейся, просто не надейся. Так, 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 так. Мне не сюда. Ладно, неважно, мне сюда. Нет, не сюда. Подожди, 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 подожди. Надо пшик заставить. Надо выпустить машинку, пусть она привлечет. Пусть она привлечет монгола. Монгола привлекаешь, чувствую себя прекрасно. Монгол здесь где-то. Монгол. Ты за мной? Не, монгол нормально, монгол добрый. Монгол добрый, монгол хороший. Так, 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 так. Я сейчас походу игру случайно пройду, но не сделаю того, что я хочу. Куда мне вообще переть? Фэк! Кислород заканчивается! Кислород заканчивается! Да, я пройду игру. Я просто пройду игру, ребят. Я просто пройду игру. Я не знаю, где этот... Я не знаю, где балумбой. Ладно, давай поищем балумбоя. Нам нужно искать балумбоя. Наша задача искать балумбоя, поэтому мы пойдем искать балумбоя. Лево, право, налево. Налево. Во, 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 во. Воздуха нету, воздуха нету. Я недостаточно собрал воздуха. А, но это все равно не туда, куда мне надо. Все равно не туда, куда мне надо. Ладно. Я специально не прошел по той концовке, по обычной концовке, потому что в ней, насколько я знаю, ничего не изменилось. Вот, я хотел именно балумбоя показать и взялся за шанс. Шанс не сработал. Но ты видел, я практически с первого раза прошел игру. Но не прошел, потому что мы с тобой пошли искать балумбоя, и я пошел искать балумбоя. Я тебе дал обещание, что буду искать балумбоя. Я его почти нашел. Ладно, на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй ссылки в комментарии. Пока, до скорого. Удачи.